Алло, како? Да. А я то, что я читал в одном из твоих телеграм-каналов, можно обсуждать? Да, ну как хочешь, да. Слушай, ну я как будто бы подозревал. Ну, я тоже. Блять, а как ты решил? Ты можешь вебку или нет? Не, вебку можно, я сегодня не буду. Ладно, рассказывай. Сейчас. Не в прайме. Расскажешь? Короче, чего, я просто сидел, ночной стрим опять стримил. Mm-hmm. Вот сегодня ночью. Что-то я слишком как-то расчувствовался, разрынжился, много чего выпалил. Вот. Там сидел Никита Тища. Так. Сказал, может, все-таки обратиться к врачу, попробовать. Ну, как бы просто хотя бы убедиться, что все нормально с тобой. Да. Но я подумал, ну, давно мысли такие ходили, почему бы как бы не попробовать реально сходить. Так. Ну, сходил. Блять, ну тебе что, прописали, типа, какие-то таблеточки? Да, ну я не знаю, буду я сейчас пить или нет. А почему нет? Ну, потому что очень серьезный препарат. Очень, очень серьезные побочки, очень, ну, короче. Ну, просто я думаю, пока что сходить к психологу именно, попробовать поболтать. Вот. А потом уже, мне кажется, надо хуярить препарат. Так, а мне тебе сказали, все... сколько оно у тебя примерно длится? Класса с 10-го, да. Блядь? Года 2, да. Пиздец, блядь. Блять, ну там, прикинь... там непонятно, там типа, там может быть зародки еще очень давно были. Как будто бы, блять, вот вроде все как бы хорошо, у тебя все получается, блять, что ты хочешь, блять, ты делаешь, и хуяк вот так. Бля, ну оно ну, было видно, тоже... что ты, знаешь что, то что ты загораешься, типа, о, сейчас будет охуенно. И оно приходит, и оно у тебя всегда не охуенно. Ну у меня подозрение еще на биполярное расстройство. Ебать, блядь. Ну это так, это... Бля, почему я окружен психами, нахуй? Не, мне кажется, творческие вот эти все профессии, они, блядь, как будто рука об руку идут. Ну, возможно, в теории. Охуеть, нахуй, нахер. Блядь, жалко, пиздец. Так а чё ты планируешь вообще? Я честно не знаю, сейчас я планирую просто... Во-первых, просто немножко это в голове у себя понять, факт вообще. Uh-huh. Потом пойти к психологу, найти психолога, пойти поболтать с психологом, возможно, пойти к еще одному психотерапевту. На всякий случай, вот. Типа. Ну, типа, да, как бы вдруг, не знаю, хотя бы я ходил к очень хорошему специалисту. Так. Вот, перепроверить, уточнить все. А как у тебя еще тесты какие-то проводили? Расскажешь? Как? Да нет, просто пришел, час разговаривали, и все. Mm. Че он у тебя? Ну, меня еще взяли анализы там всякие, но это как бы. А что он уже тебя так... интересного спрашивал? Есть какие-то инсайты? Да в целом, да, как бы, да по всю жизнь, про стримы, про детство, про отношения с родителями, про взаимодействие с людьми, про чувства, да про все в целом. Слушай, как-то жалко, у тебя вот реально, смотри, у тебя полная семья здоровая. У тебя все, ну, я, все хорошо. Я, сейчас, я вот сегодня, возможно, нашел камень преткновения. А, нихуя. Ну, но я не буду говорить всем, ты можешь. Блять, сейчас я тебе напишу просто. Просто не хочу как-то на этом. Сейчас. Вот, и как бы это, ну, тенденция, она как бы. Ну, всегда была. Вот, и как бы. Ну, обидно. Из-за того, что. Даже в такой ситуации, типа, вот так. Интересно. Нихуя. Блять, вот. Ну это как будто бы... Ладно, я не хочу как-то говорить, что у кого-то, типа, хуже и все такое. Типа, это все равно каждый человек для себя, он сам является точкой отсчета. Бля, нихуя ты како, блять. Так, ну... а и что, ты и больше, ты от этого еще больше тильтанул, загрустил, или что? Да нет, да не то, что... Да нет, да просто как-то, ну, как-то нужно все обдумать, как-то, не знаю. Типа... Ну, это тяжело факт принять, понимаешь? Потому что я шел с мыслями, что я, типа, иду, чтобы... Наверняка убедиться, что со мной все хорошо, понимаешь? Угу, угу. Вот. А в итоге, как бы, опасения оправдались, как бы, немножко, как бы... Ну, знаешь, это как эффект бабочки, ты такой, начинаешь... ближайшие несколько лет свои, типа, по этим углам рассматривать и думаешь, а, вот так, бля, типа, а, возможно, типа, лишний вес у меня из-за этого появился, скорее всего, а, возможно, что-то еще, возможно, я с людьми не хочу общаться, не могу знакомиться нормально с людьми из-за этого,
там, и так далее, это все стакается в такие большие проблемы. Да, из-за этого ты ту девчонку не засадил ей реально. Ну, типа. Блядь, жесткий ты, конечно, чел. Блядь, как будто, знаешь, я теперь даже как будто вину чувствую, как будто, знаешь, вот до этого я это видел, но сейчас прозрел, что я это видел, типа. Да нет, это все видели, понимаешь? Ну, типа, пазл. Это все видели, и как бы я сам понимал, что, ну, я, скорее всего, рано или поздно к этому приду, просто я думаю, типа, ну, вот, не знаю, сам как-то пробовал бороться с этим, но как-то не получается самому бороться. Вот. Прикол. Слушай, ну я бы таблеточки бы все-таки бы сказал бы, что надо. Ну, у меня столько как бы все плачевно там, что мне нужно прям завтрашнего дня начинать лечение условно. Вот. Не, поэтому... просто смотри, если, ну, условно, мозг вырабатывает больше гормонов грусти, чем радости, то как бы ты ни ходил там и не понимал бы, что с тобой что-то не так, мозг все равно будет вырабатывать гормонов грусти больше, чем гормонов радости. И, типа, ну да, ну просто, пропить. Я говорю, мне просто прописали очень, не то что сомнительно, ну короче, ну я просто почитал, как бы, посмотрел отзывы, всякие видео и так далее, знакомых тоже спрашивал. Так. Очень такой интересный антидепрессант, который, ну, как сказать, короче, у него, во-первых, у него очень много побочек разных. Ага. Вот. Есть, типа, зарегистрированные случаи смертей из-за опухоли мозга. Чё, блядь? Вот, там, типа, почти 100% тошнота, рвота, навязчивые какие-то сны, мысли, еще большая тревожность первый период, и как бы, ну, еще плюс нужно пить транквилизаторы первое время, а они вызывают привыкание, ну, короче. А что такое, блядь, транквилизаторы вообще, Леша? Ну, это что? Короче, когда начинаешь пить антидепрессанты, первое время, ну, совет пить еще транквилизаторы, чтобы, допустим, вот один транквилизатор, он такой, больше как бы идет, чтобы ты мог нормально спать. Потому что, когда пишешь антидепрессант, начинаешь пить, как бы, ну, нервная система, наоборот, возбуждается очень сильно, потому что приходит в норму, так сказать. Прикол. Вот. И поэтому нужно пить, чтобы спать. Вот. Второй, чтобы подавлять некоторые побочки. Вот. То есть, словно, короче, ну, есть антидепрессант, да, и он действует на, там, ну, на несколько штук. Но мне нужно на какие-то определенные транквилизаторы, как бы, ну, по сути, понял, он, типа, понял, глушит то, что не нужно. Прикол. Бля, не кайф тебе вообще. Пиздец, блядь. Как внезапно так случилось, что у меня и Мелшмер, блядь, и Како, и еще кое-кто у меня, блядь, внезапно все, блядь, хуяк и оказались в этой... Ну, хочу мораль сказать. Но... Я уверен, что в чате, ну, я как бы у себя в комментариях много видел, как бы, людей, которые тоже говорят, что у них есть какие-то такие проблемы. Ребят, лучше, как будто, знаете, потратить время, деньги те же самые, чтобы сходить и убедиться, что с вами либо все хорошо, либо что нехорошо. Вот. Чтобы потом не было... Блядь, вот мне интересно, они могут ли они просто для... Бля, я не знаю, для статистики реально всем говорить. Да-да, ебать, да ты ебанутый, реально, пиздец. Так я ходил в платную клинику. Блядь. Это не государственное. Прикольно. Вот. Ну, типа, у них нету особой мотивации, ну, как бы, я не знаю, какая-то мотивация может быть, учитывая, что это еще как бы довольно-таки, ну, жесткий врач, у которого очень много отзывов, он 32 года или 36 лет стажа. Нихуя. Уже. Короче, ну, типа, я думаю, вряд ли так. Бля, прикол. Прикол. Блять, как же мне везет охуенно пока. Бля, братан, дай бог. Да я теперь еще боюсь просто, что рано или поздно просто все вот, кто вокруг меня, так или иначе, блять, потом загоняются. Видимо, везет, или я слишком быстро сам пошел к психологу, не запустил до конца эту. Как социофобу пойти к психиатру, блядь? Так же, как и к любому другому доктору. Причем тут социофоб, блядь? Лол. Ну, слушай, Макшнакникс, блин. Это удача в жизни. Спасибо, братанечек. И что, у тебя вообще какие-то планы именно двигаться дальше? Там что-то стрейчить? Я не знаю. Пока что я сейчас вообще... Да, аутсайдер, я, наверное, согласен. Потому что если творческий человек, типа, это невозможно. Все так или иначе ебанутые в какую-нибудь сторону. Вот в данную секунду я немножко в ауте вообще нахожусь. Тотально.
Вот, но я думаю, не знаю, просто, опять-таки, у меня еще обременяющие факторы, то, что там вот мне нужно завтра идти на 6 пар. Да нахуй тебе да. Это пары, ёбаные, блядь! Чтоб меня числили. Блядь, да как нахуй? Ну, это тоже, как бы, тема такая интересная. Я уже думаю просто числиться и, будь как будет, просто лучше буду судиться с военкоматом, чем себя мучить. Бля, мне все равно хорошо было бы закончить этот вопрос с военкоматом и реально там чехпых нахуй. Ну, это просто не считается возможным. Реально. Ну, типа, это просто, во-первых, ну, есть один, да, вариант, я думаю, ты понимаешь, какой. Угу. Очень рискованный. Вот. Но я чисто, как бы, принципиально не хочу к нему прибегать, потому что, ну, я люблю справедливость, как бы, и по справедливости я не должен служить, потому что у меня есть болезнь. Обоснованная, реальная болезнь. Уже две, кстати. Прикол. Так, а слушай, а если попробовать... Вот у меня рекламка в понедельник вот выходила. А, это, ну, тоже посадить бессмысленно, потому что у меня мама как бы юрист, она тоже просто юридически изучала, как бы. И там просто там человеческий фактор, что именно... Ну, просто люди там работают очень такие интересные. Вот. Прикол. Прикол, блядь. Наглые. А еще сейчас накладывается, короче, ну, мне нужно по-хорошему стать на учет кардиологу, да? Это что? По гипертонии, ну, по моей гипертонии. По сердце, сердце. Чего радио изучает, я думаю. Ну, типа, короче, по сердцу встать на учет, потому что я уже стоял на учет у детского. Но мне тогда... Дерзко? Да. Дерзко 69, вот этот? Да, этот Фури Волк видел костюм его. Короче. Ну. Блять, когда мы делаем этот косплей ёбаный? Бля. Я не знаю, как будто вся стена говорит, что это... Знаешь, как будто после этого прогрели, солнце, да, упадет, я не знаю. Бля. У меня просто... вот я то, что купил, оно у меня лежит под монитором уже вот эти, сколько, два месяца? У меня тоже лежит все. Бля, прикол. Ну, короче, сейчас в Москве такая ситуация, что очень мало кардиологов. Все кардиологические центры, которые должны работать с такими, как я, сейчас переоборудованы в операционные с сердцем, потому что очень много больных с сердцем. И, типа, сейчас записывают кардиологу только если ты после инфаркта, инсульта, либо после серьезной операции на сердце. Ну, то есть ты сначала умри, да, типа, по своей болезни? Да. Бля, интересно, да. Хорошо. Вот, и другой вариант, мне нужно получить направление на обследование вот в военкомат. Но сейчас мне его не дадут, потому что я, типа, обучаюсь... Вот, блядь. И типа они скажут, братан, пока. Слушай, ну тогда я тебе предлагаю 1 декабря отчисление, когда закончится призывчик. Ты... Не, у меня сейчас другой план. Я сейчас буду пытаться выбить себе академический отпуск на год. А, блядь, ну это нормально, наверное. А ты можешь прийти и сказать, слушайте, я псих, дайте академический отпуск. Ну да, теперь точно могу. Бля, охуенно. Бля, жестко, реально. Ну так... Так, а что ты надумал там с квартирой, все-таки ты переезжаешь? Не, пока что. Нет, я пока что. Нет, пусть лучше пока с кем-то побуду хотя бы. Блять, давайте просто по приколу. Вот посмотрим, что будет. Вызовем проститутку. Как ты придурок? Ну, бля, просто, ну, типа, ну. Ну, в прикол, Кирилл, типа. Именно. У меня и так нет никому влечения. Кстати, возможно, тоже, кстати, из-за. Вполне. А. Сейчас я начну пить, если я начну пить антидепрессанты, у меня вообще все. А там, все, да, там отключается. У меня пися отпадет. Это правда. Могу просто ради видео с мерчом снять. Как ты ее в рот ей даешь? Нет, вот именно... Ты видел, какое сейчас, какие слова были занесены в черный список чата? Да, да. Я тоже люблю стейки. Medium rare. Да? Не до конца прожаренные? Ну да, так. Так и что, блядь? Не, просто по приколу именно тебя там сиськами изобьют по лицу. Да не, зачем мне это надо? Блядь, пожалуйста, давай так. У тебя вся семья дома, все дела. И мы заказываем тебе такую, как в Барате была. Она просто вот приходит, говорит, я Кость. Он меня позвал на стрим. Ебать, тебя выселят за всех, нахуй.
Так, ну и, собственно, то есть... Да ладно, приезжай тогда в Ростов, в Трепуху пойдем. Ох, возможно, приеду, реально. Блядь, жалко. Блядь, еще и таблетки самые дорогие антидепрессанты, которые есть вообще. Нахуя? Ну, потому что я сказал, что они самые действенные, как бы, но... А да. Какой срок тебе их надо хуярить? Полгода. Блять, там еще ж слезать с них, да, потом как-то аккуратно надо. Ну, короче, ну там, ну, только в том, что многие люди пьют антидепрессанты, но не ходят к психологу. Так. И из-за чего они как бы убивают симптоматику, но с проблемой не борются возникновение депрессии. О, нихуя. И потом жалуются на то, что они слезли с антидепрессантов, но у них опять все плохо. Ну, это очевидно. Нихуя себе. Вот. Как бы поэтому нужно, мне нужно пить антидепрессанты, ходить к психологу. Вот. И все это совмещать. И когда вот я уже что-то вспомнил с психологом, слезать от телевизантов. Нихуя ты. Вот. Блядь. То есть у меня комбинированная терапия. Так называемая. Нихуя ты. Вот так вот. Как-то так. Блядь. Еще если я шабил кальянчик жесткий. Блять, охуенно. Я тоже. Дай пять, братан. Да, а где? Подожди, ты, блядь, тут же есть. Или нет? Сейчас. Сейчас. Блядь. Сейчас. Блядь. Я пытаюсь... Он, подожди, что мне прожимается? А, ватсапик. Ватсапик. Ну вот, давай вот так вот, как бы. Ну вот эти, да, звуки, короче, да. Блин, Калкус, что-то ты, конечно, такой, типа, блядь. Ну да, такое, не очень. Кайф. Ну, короче, я сейчас Бородору напишу, к тебе подъедет девочка. Да, блядь, у меня мама, папа дома. Блядь, прикинь, вот я сходил к психологу, рассказал, так. Сказал об этом маме с папой. Об этом знает тоже вся семья, прикинь. Один день. Уже знают все друзья семьи, уже знают просто. То, что блядь. У нас сынок псих. Что делается? Да, да, а зачем-то? Да. Я что-то не очень понимаю, типа зачем. Я не знаю. Бля, что-то не кайф. Такой не кайф. Ну все, давай тогда, пока. Давай, братан. Целую. Давай.